Добрий день глядачам канала, новий день і нова посилочка в нас з Київської області від Василя. Наскільки я пам'ятаю, це акумуляторна пила. Можете також присилати нам на ремонт свою техніку через нову почту, зв'язок зі мною через Viber. Viber буде в закріпленому коментарі. Так, розпаковуємо. Хотів зробити акцент, файна така упаковочка з ручечкою, оказується, це ще оригінальна заводська упаковка, користувач хранить. Тобто, витягуємо, дивимося. На будущее, шановні відправники своєї техніки, я б вам не рекомендую оставляти акумулятор в самой технике. Ну, мало ли что коротнет, может быть. Где-то как-то что-то нажмется кнопкой, ну, какое-то возгорание будет. Ну, это не есть хорошо. Да, это экономия места, но не безопасно. Так что включаем, запускаем, пробуем. Какие-то позывы есть вроде. Прислушайтесь. Такие механические щелки. Нажимаем, так, запускаем. Нажимаем кнопку. Даже щелчков не было. Еще раз пробуем. Запускайся. Оп. Да. Запуск отсутствует. Ну, придется разбирать. По разборочке видос не буду затягивать. У меня есть предыдущие видосы с разборкой данной электропилы. Що ще маю зауважити? Масло треба було злити. Ну, мало ли що, будуть проблеми у вас з новою почтою. Масло зливайте. Далі. Ось так виглядає в розібраному вигляді вона. Так. Ну що, нам треба протестити контролер. Ось він знаходиться в такій шахті. Зараз ми його витащимо. Посмотрим, живой ли он. Теперь нужно получить доступ вот к этим силовым трем проводам. Синий, желтый и зеленый. Вот здесь на термоусадке соединяется оно, эти провода. То есть мы сейчас снимем изоляцию, чтобы щупам был доступ. Теперь тестер переводим в режим прозвонки диодов, ну, звонилка, так сказать. Минусовой провод тестера на аккумулятор. Аккумулятор не подключаем, только к разъему, как так сказать, отсек батарейный, АКБ, подсоединяем к плюсовому проводу. Все, теперь берем красный вывод тестера и на силовые провода. Так, что у нас? 0. 0. Ой, а где там? Так, в камеру не видно. Вот так вот сейчас поставим. Давай, давай, давай. Так, оп, видно? Видно, замечательно. Так, зеленый. Ничего у нас. И синий молчит. Так, что у нас? Проверяем. Так, и теперь что мы? Берем теперь красный щуп тестера на минусовой вывод аккумулятора. Ну или отсека аккумуляторного. Так, и опять побежали по силовым проводам. Есть. 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 А в идеале, ребята, ну получается, могу сказать вам, что здесь половина мосфетов, силовых транзисторов сгорело. Лечится это только заменой данного контроллера. Вот 560 Ом должно было быть и в первом варианте, когда мы так проверяли. Получается, одно плечо или линия там этих силовых транзисторов выгорела. Здесь, в принципе, вот так вот все прозванивается. Будем решать с владельцем. Цена здесь кусается, соответственно. Подходит здесь она с ProCraft, насколько я помню. Сейчас мы уточним еще цену. И будем созваниваться с владельцем. Имеются, конечно, небольшие такие загрязнения опилками, но это все чистится. Решаемо. Состояние двигателя чисто внешне удовлетворительно. Ну, не выдержал что-то этот контроллер. новый. Контроллер у нас прыгал уже. Стоит он 2400. Уже заказываю, по-моему, 4-й у одних тех же ребят. Все работает отлично. Ссылочку на данный аппаратик, ой, контроллер я оставлю в описании. Так. А давайте же проверим. Вот он идет по комплектации. Здесь две клеммы. Нет, даже, да, две клеммы. Микрик. Клемма на отсек аккумулятора и вот эта блокировочная красная кнопка. Так, и здесь все в один. Вот у нас 3 силовых. Так, снимаем изоляцию и давайте проверим, как же он должен в идеале работать. Давать показания, чтобы в идеале работать. Так, что это у нас? Красный подсоединяем к черной проводу клеммы аккумулятора. Что, берем теперь и на силовые 540, 540, 540. Теперь черный щуп тестера кидаем на красный провод разъема аккумулятора. Вот так вот это все выглядит, видите? Не перепутать. И пошли опять слово же на уже красным щупом по силовым. Давайте. Оп, 540. Хап, 540. 538. Ну, там совсем сотый не критический. Вот это рабочий контроллер. Данный метод проверки я взял. Нигде ничего в интернете такого не найдешь, ребята. Как его проверить? Контроллер электропилы никто не поделится с вами в ютубе. Я почерпнул это из контроллеров на электроколеса. Ну, вот электровелосипеды. Оттуда я почерпнул и вот, пользуюсь и делюсь даже с вами. Поэтому вот я контакты продавца даю вам. Вот кто-то может сам хочет поменять. Как проверить контроллер, я с вами делюсь. Поэтому не забудьте поставить уже прямо сейчас лайкосик. Ну а мы что? Ага, нам нужно еще сначала всю эту мочмалу вычистить. Потом отсоединить силовые провода. Разобрать отсек аккумулятора. Здесь разъемчик он вставляется. Разборной он на 50%. Две части корпуса получается. И все. Так, почистить и заняться монтажом уже нового контроллера. Ну, а мы уже встретимся. Наверное, проверим же в полусобранном состоянии, чтобы быть уверенным. Собрался вот вытряхивать проводку отсюда. И смотрите, что я заметил. Это будет интересно владельцу. Владелец меня проинформировал, что она отработала очень малое количество. Так что я заметил. Смотрите, какой ослабленный крепеж электродвигателя. Ну что это такое? Люфтит катастрофически. Я не знаю, может наперекос стал он. И, ну, как бы заклинил, и поэтому вышли из строя мосфеты на контроллеры. Ну, я не знаю. Но единственное, к чему я могу придраться, это вот этот такой большой люфт. Чтобы его устранить, придется двигатель... вытягивать всю платформу с редуктором, там, с маслонасосом. Откручивается это вот здесь. Раз, два. Ой, блин. Еще придется зубы снять. Под зубами еще третий есть болт крепления платформы электродвигателя. И только потом я получу доступ к электродвигателю. Ну что, будем разбирать полностью. Ну, это плюсик маленький, что мы вычистим вообще все до идеала. Вот двигатель наш. Вот такой люфт. И отсутствие одного из трех винтов крепления редуктора. Вы же понимаете, сначала крепится редуктор корпуса, а к редуктору крепится вот электродвигатель. Так, ну и по идее он должен остаться здесь в корпусе. Но я его не вижу. Вот хорошо, что я не почистил еще корпус. Его здесь нигде нету. Какой вывод мы... А ну-ка, давайте вторую часть корпуса. Так, что тут? Его тоже нету. Вот тоже нету. Ай-яй-яй, что ж вы сборщики двоечные такие. Вот вам и причина, скорее всего, что вышел из строя контроллер. То есть, что, сейчас зажимаем. Блин. Короче, что, придется и здесь еще разбирать. Потому что Третий винт спрятан у нас здесь. Нужно только редуктор разобрать и поставить еще новый винт. И тогда только заниматься чисткой и заменой контроллера. Вот так вот бывает. Впервые по рупезу вижу такую проблему. Двигатель собрал все с редуктором, поставил новый винт под шестигранник. И когда вычищал, нашел я вот этот открученный один винт. Ну, уже оставим, наверное, новенький. Может, здесь резьба просажена, бог его знает, почему он так накосячил. Так, все вычищено, все, занимаемся сборкой. И замена контроллера, наконец-то. Сборка завершена полноценно. Запускаем. Проверяем правильность направления движения звездочки. Должно быть вот так вот по часовой. И смотрим, проверяем же, конечно, подачу масла еще. Ну, все работает. Все, можно протирать. И данная электропила отправляется уже на родину владельцу. Работать, надеюсь, безукоризненно. Ну и не забудьте, как я вам говорил, поставить лайкос техническому каналу. Всем пока-пока. Кому интересен ремонт, обязательно пишите по вайберу. Вайбер в описании. Будет закрепленным комментарий. Все, теперь всем пока-пока. Выключаем. Чик, все. Пока. Я вот пакую ее. И в начале ролика я говорил, что аккумулятор нельзя в технике оставлять. Но здесь-то нету отсека именно под батарею. Здесь зарядная, здесь сама пила. И здесь не знаю, что скорее всего цепь была и шинка. Ну что, придется так и сделать. По-другому никак, так как же она тут или есть. Да, все-таки блогер был прав. Отсек есть. Так, блин, вытаскивайся. Вот так вот. Сюда он пыжуется и все слаживается. И отправляется без подключенного аккумулятора. Ребус разгадан.